65 комплектов наград по 22 видам спорта в регионе дали старт студенческой универсиаде. Турнир регулярно собирает молодых спортсменов на спортплощадках более 20 лет. И в этом году в борьбу за победу включились более 1000 студентов. На площадке команды педуниверситета и училища Олимпийского резерва. Бой неравный. Будущие учителя уверенно защищают статус действующих чемпионок универсиады, обыгрывая всех четырех своих соперников. Команда педуниверситета выезжает на соревнования из-за пределы региона. Несколько девочек входят в состав сборной Ульяновской области. Поэтому это опытная, достаточно грамотная команда, которая достойно будет защищать честь университета. В насыщенном соревновательном сезоне универсиада – это хорошая возможность, как говорят спортсмены, сыграться и подготовиться к следующим стартам. Всякое соревнование, оно является опытом для наращивания как технического, так и тактического мастерства. Также это идет, я не знаю, общение, сплочение друг с другом именно вот в экстремальных соревновательных условиях. Это очень знаковые события и значимые по той простой причине, что универсиада позволяет привлечь к занятиям физической культуры спортом и к ведению здорового образа жизни еще и студентов. Помимо этого, она позволяет нашим уже студентам развивать в себе какие-то лидерские качества, там, стремление, преодоление себя. Возможности для этого универсиада открывает на несколько ближайших месяцев. С января по май сильнейших определят в 22 дисциплинах. От легкой атлетики, плавания, мини-футбола до шахмат и норм ГТО. Гульнара Шарипова, Михаил Державин и Денис Миронов. Вести Ульяновск.